преддверии Всемирного дня окружающей среды в Донецком художественном музее «Арт-Донбасс» подвели итоги фотоконкурса «Экология, безопасность, жизнь». В этом году принимали 12 регионов России, среди которых Республика Башкирия, Мариэл, Удмуртия, области Ульяновская, Оренбургская, Нижегородская, Самарская. Присоединились в этом году два города — Новосибирск и Якутск. И наши призеры из Донецка и из Макеевки. В фотоконкурсе приняли участие фотохудожники из 12 регионов России, также мастера объектива из Донецкой Народной Республики. Тут изображен наш, скажем так, Донецкий край, непосредственно та местность, где я живу. Это в районе города Кировское, село Давыдов. Ехал на машине, увидел красивое место, вдохновление, взял, сфотографировал, получилось вот такой вот пейзажик у нас. Работы донецких фотохудожников оказались среди лучших в 3 из 5 номинаций. Фотографии Петра Якимова, Артема Поварова и Дарьи Тарасовой заслужили высокую оценку профессионального жюри. В этом году год назван «Год журавля» Российской Федерации. И у нас, вот, к сожалению, только одна работа была прислана на этот конкурс. Это работа Артема Поварова, которая также заняла призовое место в Российской Федерации. Один из журавлей подошел к гнезду и начал там подбирать веточки, поправлять гнезда. Оно оказалось там яйца. И он ходил, этот журавель ходил, а потом смотрел по сторонам и сел. Ну, как бы вот. И она давно эта фотография в архиве лежала. Это, наверное, она может быть не совсем честная в плане того, что, знаете, как некоторые конкурсы не принимают фотографий животных из зоопарков. Но, во-первых, зоопарк был большой, вот, а во-вторых, все-таки вот это вот материнство, наверное, птицы какой-то. Ну, в итоге, думаю, вот это единственная красивая фотография у меня была с птичкой, с такой. Все победители и участники фотовыставки фестиваля «Экология, безопасность, жизнь» получили памятные дипломы от организаторов. Ульяновский областной краеведческий музей приветствует вас на открытии 4-й межрегиональной фотовыставки «Экология, безопасность, жизнь» в музее «Арт-Донбасс». Наша фотовыставка проходит традиционно в российские дни защиты от экологической опасности. И нам очень приятно отметить, что Донецкая Народная Республика стала единственным регионом, который получил целых 3 грамоты, то есть в 3 номинациях. Они получили призовые места. Организаторы фестиваля фотоконкурса — Ульяновский областной краеведческий музей имени Гончарова и межрегиональная общественная организация «Совет музеев Приволжского федерального округа». Конечно же, у нас очень много фотографов, как отдельно занимающихся фотоискусством, так и объединения. Среди них фотоклуб «Объектив», который уже более 19 лет объединяет вот любителей фотоискусства. Тоже порядка, наверное, 20 участников было из фотоклуба «Объектив», и молодежный клуб, который вот именно объединяет молодых людей, это фотостудия «МИГ». Замечательные ребята, девчонки и мальчишки, которые, ну, представляют такие интересные работы. Вот у них макросъемка вообще великолепная и радует. И хочется действительно показывать такие вот работы и на фотовыставках, и в изданиях интересных буклетов, что, я думаю, мы впоследствии и сделаем. Не знаю, у меня вот какая-то особая тяга была с самого детства к этому. Первый фотоаппарат я благополучно разбила в бетонной мешалке, пытаясь сделать какой-то необычный кадр. Ну, как бы родители с этого момента решили, что все, больше к фотоаппарату не подпустим. А потом как-то в 2014 году, если не ошибаюсь, мы попали в эту фотостудию, и у меня пошло, поехало, начали получаться уже необычные кадры без бетонной мешалок. Выставка из 15 фоторабот победителей в межрегиональном этапе будет представлена на передвижной экспозиции в регионах Приволжского федерального округа и районах Ульяновской области Российской Федерации. А сейчас вот для жителей нашей республики мы представим виртуальную выставку из работ победителей как регионального уровня, так и федерального. То, что нам прислали наши коллеги из России, это 15 работ победителей.